Бульвар «Новый Венец» планируется открыть к 20 октября. В настоящее время там идет мощение территории брусчаткой, установка малых архитектурных форм, опор освещения и монтаж светильников. Напомним, на капитальный ремонт одно из самых популярных летних мест отдыха закрылось в конце весны. Согласно проекту мэрии, здесь установят торшеры в историческом стиле, новые скамейки, ограждения, реконструируют фонтаны. Кроме того, капитальный ремонт предусматривает масштабный объем работ по борьбе с оползнем. Благоустройство бульвара предполагалось завершить к 1 октября. Однако из-за погодных условий сроки были смещены.